Нигде в Библии не сказано, что мы обязаны заучивать стихи наизусть. Такого стиха нет, что мы должны заучивать наизусть Писание. Вначале широкий библейский ответ, и я закончу личным примером из нашего брака. Широкий библейский ответ вот какой. Какое это дело имеет с запоминанием Писания, о чем мы говорили? Это последовательность мысли. Дух Святой пробуждает жизнь и веру, и личное преображение. Это Его работа. Понятно? Дух Святой, Бог Дух, пробуждает жизнь, дает жизнь и возрождает веру. И через жизнь и веру Он преображает людей. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание — это Его плод, Его работа. Мы это не делаем, Бог это делает. Это первый шаг в последовательности мысли. Второй шаг. Он делает это через Слово. Дух Святой пробуждает через Слово, преображает, возрождает через Слово. 1 Петра 1, 23. «Как возрожден не от тленного семени, но от Слова Божия, пребывающего вовек». Иоанна 17, 17. «Освети их истину, Слово Твое есть истина». Итак, новое рождение и освящение — это работа Бога. Никаким другим методом, как посредством Слова. Слово громадную важность имеет. И вы должны теперь спросить, ну как это срабатывает? Вот это Слово. Что теперь мне сделать, кобуру? Как для пистолета, как ФБР, и буду носить это весь день на своем сердце. И я буду ходить вот так. Осветит ли Бог меня через слово это, потому что оно у меня тут рядом со мной, близко, и я ношу его? Какой ответ? Ответ нет. Ответ нет, извиняюсь. Мы попозже поговорим. У тебя, наверное, какая-то хорошая идея, которую ты хотел высказать. Ответ нет. Потому что Бог сотворил тебя с мозгом. Ему не обязательно это было делать. Он сотворил тебя с совестью, Он сотворил тебя с волей, эмоциями, мыслями. И как Он предназначил, чтобы Христос был прославлен через Слово Свое, чтобы создана была связь между Его словами и твоим мозгом, и твоим сердцем. Если ты просто будешь вот так ходить и никогда не читать, что нет связи между значением Слова и твоим мозгом, это имеет ноль эффекта в твоей жизни. Размышляй о законе Божьем день и ночь. Это потому, что связь восстанавливается, и от этой связи, от знания и значения Слова Божьего и моего понимания в моем мозгу, мое сердце преображается, и Дух Святой использует все это вроде бы как натуральный процесс для нашего преображения. Итак, мой ответ на какое это отношение имеет к запоминанию наизусть Писания, когда мы заучиваем наизусть Писание, мы делаем вот эту связь между этим и этим и этим, более постоянной, более глубокой, более преображающей. И я даже скажу вот что. Реально ничего не может заменить это. Ничто не может заменить
изучение наизусть Писания, делая то, для чего Бог предназначил его, для того, чтобы сделать вот эту связь между словом, написанным, и мозгом, и сердцем.